Так, друзья, начинаем наш присед на пик с весом 82,5. Присед на пик, вес 82,5. Будем 5 подходов по 5 раз делать. Начинаем с разминочного веса в 50 кг. Первый присед на 50 кг. Что-то я сегодня без майки. Ух, холодная штанга. Но зато она легкая. Во всем есть свой плюс. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Итак, первый подход в приседе с весом 82,5, уже серьезный вес. А не 50 килограмм разминочный. Работаем. Работаем. Working hard. Опа. Ух ты! Я не ошибся с весом. 82,5 должно быть. Второй подход с весом 82,5. Раз. Два. Три. Так, третий подход с весом 82,5, третий из пяти. Так, друзья мои, четвертый подход с весом 82,5. Четвертый подход, предпоследний, на 5 повторов. Так, друзья мои, последний, пятый подход с весом 82,5, присед с весом 82,5. А когда-то я делал 30, это было мучительно. Но мы сегодня делаем, в наше время делаем 5 по 5. Это в самый раз, чтобы силушку молодецкую проявить, спрыть. Thing I remember is
3. 4. Voila! Эврика!